Здравствуйте, дорогие друзья! Пришла вот такая вот бандеролька с китайского сайта. Я даже не знаю, с Алиэкспресс или нет. Честно говоря, не знаю. Ну такая, знаете, не маленькая, но легкая. Интересно, что здесь такое? Давайте посмотрим. Все время открываю с таким любопытством. Что ж там такое? Замусоленная такая вся пришла. Что здесь такое? Что-то тут много всего. Что я много всего заказала? Так, что здесь? А, вот что пришло. То, что я хотела. Это немного. Это то, что я хотела и то, что я жду. Сейчас покажу вам. Вам наверняка это тоже понравится. Где тут у него? Господи, так упаковали, как будто бы это что-то какое-то драгоценное. Я вот, если честно, не помню, чтобы я прозрачные заказывала. Мне казалось, что я заказывала одного цвета. Короче говоря, это тройные типсы для выкраски. И они мне нужны для определенных целей. Вот такие вот типсики. Я видела у кого-то из девочек в видео. И поняла, что эта вещь мне нужна до зарезу. Да, здесь вот еще прозрачные, но не суть важно. Сейчас я вам покажу, для чего мне это нужно. Вот у меня все гель-лаки, которые с эффектом кошачий глаз. Вот они все выкрашены на черную подложку. Здесь и хамелеончики, и простые. Короче говоря, вот такое количество. Но если их выкрашивать самостоятельно, то есть без блика, они тоже очень клево смотрятся. Но делать 35 вот таких вот штучек я не хочу. Вот таких вот. Поэтому на одной я сделаю без блика, как он выглядит, без подложки, какой-то цвет гель-лака. Да, я сейчас вам покажу, как это будет выглядеть. Ну вот, например, какой-нибудь четверочка хамелеончик. Сейчас уберу, мне тут все мешает. Вот смотрите, в чем фокус. Пусть нет, фокус вот в чем. Например, как самостоятельный он выглядит, этот гель-лак хамелеон, без блика тоже очень-очень классно. Но когда вы делаете блик, вы уже не видите оригинального цвета. То есть вы можете предлагать один и тот же цвет для клиента, но в разных интерпретациях. Еще надо приловчиться к этим типсам, если честно говоря. Без подложки и без блика отправляю в лампу. Сейчас еще раз продублирую этот же цвет. Да, и сразу нанесу на... Ой, и сразу нанесу на вторую типсу. Первый слой. Сейчас отправлю два сразу в лампу сушить. Я не знаю, может, они хрупкие, может, они ломаются. Напишите, у кого такие были. И давайте вот на оставшуюся часть я прям сразу нанесу черную подложку. Теперь в лампу. Теперь я продублирую вторую половинку. Сделаю блик. Отправлю в лампу. И теперь то же самое я на черную подложку нанесу. Делаю блик. Отправляю в лампу. Осталось перекрыть финишем. И, как вы видите, один гель-лак и три эффекта. То есть без блика, как смотрится, просто гель-лак хамелеон с бликом на самого себя и на подложке черненькой. Вот такие варианты. И те, которые не хамелеоны, еще более выражены будут. Отличие, мне кажется, как, почему этим не воспользоваться? Почему? Пусть будет три варианта, правильно? Правильно. Если что, ссылочка на продавца будет под видео на вот такие вот типсики. Они, конечно, не дешевые, но я думаю, что очень-очень полезные. Все, с вами была Светлана Соколова. Увидимся в следующих видео. Пока-пока!
кажется, я забыла сказать, что эти типсики на вот таком колечке. Или сказала. Ну, теперь точно все. Пока-пока.